Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. И сегодня наша передача будет посвящена бобовым. Мы рассмотрим с вами всем известную и популярную культуру фасоль, потом перейдем на менее популярные горох и бобы. Это тоже родственники фасоли, и мы рассмотрим, как же сажаются эти культуры и как за ними ухаживают. И, конечно, самое главное, как нам сделать так, чтобы собрать хороший урожай без болезней и без вредителей. Ну что ж, давайте рассмотрим фасоль. Фасоль, как все мы знаем, бывает двух видов – вьющаяся фасоль и кустовая. Здесь особо популярны, конечно, вьющиеся сорта фасоли, которые в течение всего лета забираются вот на такие опоры, на высокие опоры. Кустовая фасоль менее популярна. Почему? А потому что лето здесь долгое, теплое, а кустовая фасоль – раз – 10 дней и отплодоносила. А вьющаяся фасоль растет при поливе все лето. И если поливать, все лето будет и плодоносить. Главное вовремя собирать урожай. Тогда и урожайность каждого куста будет больше. Но есть несколько нюансов выращивания кустовой и вьющейся фасоли. Кустовая фасоль в наших засушливых условиях дает очень маленький урожай. Вот эту вьющуюся фасоль поливать нужно частенько, до того, как она нарастит пятый лист, и можно остановиться до цветения. Дальше она уже не такая требовательная к влаге. Ну а когда она уже зацветет, опять нужно возобновить поливы. Что касается посадки фасоли, конечно, все мы знаем, фасоль мы заранее замачиваем и сажаем в увлажненные лунки. Сажать можно достаточно часто. Иногда на метр квадратный умудряются сажать до 30 растений. Ничего страшного в этом нет. Фасоль, если ей есть где плестись, она спокойно будет расти. Но фасоль очень часто болеет. Грибковые заболевания фасоль очень сильно любят. Определять, какой вид болезни, что случилось с фасолью, совершенно не обязательно. Нужно просто ее обрабатывать. Дальше фасолевая зерновка. Очень часто зимой мы берем фасоль, пытаемся сварить, а там какие-то дырочки, там какие-то жучки. Что это? Это фасолевая зерновка. И вот она в момент, когда фасоль у нас отцвела, прилетает, откладывает яичко, из нее вылупляются личинки, которые внедряются вот в эти семена. А зимой мы уже видим дырявый продукт. Что же делать? Обрабатывать. И вот сейчас я хочу показать, чем мы с вами должны обработать нашу фасоль. Мы для этого возьмем Ридомил Голд и Актару. Вот эти препараты, и перед цветением мы обработаем. Препаратом Ридомил Голд мы можем обработать несколько раз, 2-3 раза. Препарат Ридомил Голд, очень часто говорят, а он только на помидорах. Его везде можно применять. И на картофеле, и на помидорах, и на огурцах, и на луке, и на винограде. Вообще навели и обработали весь огород. Хуже не будет. Этот препарат профилактический от грибковых заболеваний. Вот. А если ваш участок в тени, то наверняка у вас есть мучнистая роса, когда ваши растения как будто мукой присыпаны. Вот от этого заболевания можно применять препарат Топаз или препарат серо-коллоидное. Но мы на фасоли применим смесь Ридомил Голд и Актара. Кстати, этой же смесью мы можем обработать и картофель. Ридомил защищает не только ботву, но и сами клубни от гниения. А Актара очень долго будет защищать наш картофель от колорадского
жука. И можно не бояться садить фасоль пораньше. Со второй половины апреля самое время. Вот когда начинает зацветать одуванчик, тогда и садят фасоль. Поливается фасоль где-то 15-20 литров на метр квадратный. И сырую фасоль кушать нельзя. В сырой фасоли содержится гликозид фазин, который вызывает легкое отравление. Симптом его — повышенное слюноотделение. Но во время варки этот фазин разрушается, и мы уже спокойно можем кушать вкусную фасоль без болезней, без жучков. Ну что ж, давайте приготовим раствор из этих двух препаратов, ридомила и актары, чтобы спасти нашу фасоль в будущем. Так, обязательно знакомимся с инструкцией. 20 грамм на 10 литров воды. Мы все посмотрели. Посмотрели, когда мы можем уже потом снимать урожай. У нас все с вами получается. Засыпаем. И актара. Я хочу от фасолевой зерновки добавить еще актару. Актара 8 грамм на 10 литров воды. 2 грамма на 10 литров воды. У меня 4 грамма. Отлично. Вот весь этот пакетик, все 4 грамма, я высыплю сюда. Обязательно помним, что наши пакетики с актарой должны быть с голограммой. Это очень важно. Препарат очень часто подделывают. 4-граммовый пакетик с голограммой. Вообще пакетики с препаратами должны выглядеть богато, чтобы мы точно знали, что это не подделка. Производители на упаковке не экономят. Так, заливаем. Конечно же, мы должны опрыскивать либо рано утром, либо поздно вечером, когда стоит спокойная погода, без сильного ветра. Пользоваться средствами защиты. Так, налили. Нагоняю сейчас давление и опрыскиваю. Опрыскивать, конечно же, нужно полностью все растение опрыскивать, не забывая про стволы, про нижнюю сторону листьев. Хотя ридомил и актара, эти препараты проникают внутрь. Вот здесь можно немножко схалтурить, опрыскать не полностью все растение. А контактные, конечно, препараты, такие как, допустим, препараты меди, хом, бордоская жидкость, то там уже схалтурить не получится. Итак, и обрабатываем. Обрабатывать лучше начинать растение сверху. Обработали сверху, сбоку. Очень часто я рекомендую добавлять во все растворы фитоспорин. Вот я его держу уже разведенным. Это биологический препарат, и он в принципе сочетается со всей химией. Им можно поливать землю, растения хоть каждый день. И мы тогда избежим различных вот этих болезней, вредителей. И все у нас с вами будет хорошо. Продолжим нашу передачу. Я хочу познакомить вас с бобовой культурой, с близкой родственницей фасоли, с горохом. Наверняка многие из вас слышали такое выражение «при царе горохе». Это ж при каком горохе? Или гороховый суп, гороховое пюре. Все мы знаем культуру горох. Но как она выглядит вживую, конечно, не все знакомы. Вот обратите внимание, что же такое горох. Это вот такая трава. У нее очень много усов, которыми она цепляется друг за дружку, и вот такой стеной стоит этот горох. Горох – культура очень холодостойкая. Сажать его можно даже буквально с осени, бросить семена, он даже немножко вырастет и выдерживает температуру до минус 6 спокойно. Ну а здесь меньше, чем минус 6, зимой тоже редко бывает.
Ну, поэтому можно и даже рано-рано весной его высаживать. Но самое главное достоинство гороха не только это, что он морозоустойчивый, а в том, что на его корнях заводятся бактерии, которые вытаскивают из земли азот, притягивают к себе азот. И вот на этом месте, на гороховом месте, если я что-то посажу в следующий год, то это будет самая богатая плодородная земля на этом участке. После гороха почва становится насыщенной азотом. Сам горох можно сажать после любой культуры абсолютно. Он спокойно растет даже на бедных почвах. Единственное, но горох не любит жару, поэтому высаживать его нужно пораньше. Но культура – это многосборовая, то есть собирается урожай с него долго-долго. Главное – поливать, чтобы он не завершковался, чтобы он продолжал расти, и почаще собирать урожай. Вот посмотрите, стручки уже молоденькие есть, и стручки, и вот такие цветочки, которые называются кораблики, вот до сих пор они еще цветут и будут цвести долго. Какие проблемы у нас могут быть с горохом? В принципе, никаких. Есть, конечно, гороховые тоже плодожорки, которые откладывают личинки, но я пока не знаю, есть ли они в нашем районе. Вот после этого первого опыта моего выращивания гороха я уже буду знать, есть ли тут такие вредители. Если, конечно, участок в тени, может быть мучнистая роса, но горох, так как горох очень быстро плодоносит, мы не можем обрабатывать его химией. Мы его должны обрабатывать сывороткой от сыра, кефиром, кислым молоком, в крайнем случае серой. После серы через 3 дня уже урожай можно снимать. Но чтобы отпугивать вредителей, мы можем настаивать в 10 литрах воды, 3 литра, допустим, томатной ботвы и потом опрыскивать вот этим настоем, либо раздавить 20 грамм чеснока через чеснокодавилку мелко-мелко. И вот 20 грамм чеснока для запаха достаточно тоже на 10 литров воды и опрыскивать. И тогда многие насекомые ориентируются по запаху, они горох не найдут. И у нас останется все хорошо, все с урожаем. Горох дальше делится на сорта сахарные и лущильные. Сахарные сорта – это которые едятся вместе со стручком. Стручок нежный-нежный и кушается так целиком. Лущильные сорта имеют грубые створки, и у них едят только внутренность. Но чуть позднее мы еще раз снимем этот горох, когда он уже созреет, и я покажу вам, как он выглядит. А теперь обратите внимание, у меня за спиной бобы. Сейчас мы их с вами рассмотрим. Следующий родственник фасоли. Многие из нас знают сказку «Петушок и бобовое зернышко». Ну вот, и мы с вами из этого бобового зернышка вырастили бобы. Бобы тоже относятся к родственникам фасоли и гороха. И чуть позднее тоже покажем, как же выглядят они, когда они вырастут. Эти растения нескольких сортов бывают. Бывают короткие, 30-сантиметровые, бывают до 1,80 м, очень высокие. Чем же хороши бобы? Бобы, во-первых, очень вкусны, но вкусны они уже в самом конце созревания. Они сначала будут зелеными, потом они начнут чернеть. И вот когда черные будут створки, фиолетовые бобы, вот тогда они будут вкусными. Но самое главное достоинство, как и гороха, у бобов такое, что они накапливают азот в почве. То же самое, у них на корнях находятся клубеньки, то есть азотфиксирующие бактерии сидят у них на корнях и притягивают к себе азот. Мы уберем урожай, а здесь будет плодородное место. И бобы отпугивают кротов. Если у кого-то есть проблема с кротами на огороде, то посадите по периметру участка бобы, по периметру грядок бобы, и все,
никакие кроты даже близко не подойдут, они терпеть не могут вот эту культуру. Кстати, бобы, так же как и горох, устойчивы к заморозкам. Вообще бобы можно начинать сажать при температуре всего лишь плюс 3, то есть очень-очень рано. И саженцы, всходы бобов выдерживают температуру до минус 4. У гороха до минус 6, у бобов до минус 4. Вот фасоль, конечно, гораздо теплолюбивее. Ее нужно сажать конец апреля, май. А бобы вполне можно сажать уже начинать с февраля месяца. Ну, кому не терпится наконец-то весной заниматься огородом, да и вообще разгрузить лето и конец весны, вначале можно посадить вот эти культуры. И как и горох, и бобы относятся к сидеральным культурам, относятся к культурам здорового севооборота. Вот на этом месте в следующий год посадим, допустим, помидоры или огурцы, и здесь будет большой урожай. А горох и бобы посадим дальше, будем оздоравливать следующий кусочек участка. Ну, это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. До свидания!